Дорогие друзья, мы начинаем программу «Смысл есть» – проект, где за приготовлением еды мы ведем осмысленные диалоги о бизнесе и о культуре. Сегодня у нас в гостях, внимание, Жерар Депардье и Юлия Мосман. Здравствуйте, друзья! Мы уже тут начали готовить. Юля, что мы готовим? Мы готовим картофельный гратан по традиционному рецепту, но с добавлением небольшой французской изюминки. Это соус, чесночный соус от Жерар Депардье. Я так понимаю, что у нас еще будет мясо. Мы будем готовить еще и конфи. Это традиционное французское блюдо. Конфи из утиных ножек. Пока мы здесь начали беседу, Жерар уже часть блюда приготовил, потому что Жерар не любит ждать, и он сказал, что пока вы тут, девочки, разговариваете, я начну готовить. Жерар, бонжур. Бонжур, Жерар. Как дела? How are you? Как дела? Good, very good. Что мы уже сделали, Юля? Расскажи, пожалуйста. Значит, Жерар подготовил форму для запекания гратана. Он смазал ее маслом, обычным маслом, добавил соль, режет кольцами картофель, выкладывает его, смешивая с сливками, и еще не закончил все в процессе. Как мы знаем, Жерар Депардье недавно стал жителем Сибири, полноправным жителем Сибири. Он оформил регистрацию по месту жительства в городе Новосибирск. Хочется Жерару задать вопрос. Жерар, что вас привело в Новосибирск? Новосибирск, Сибирский. Это особенный регион, это регион, который огромный, он показывает большую Россию. Жерар восхищается людьми, сибиряками, которые очень сильные, очень интеллектуальные, в связи с тем, что здесь были лагеря, как мы знаем. Новосибирск, par exemple, les gens étaient Регион богат, он говорит, чистым русским языком. Это тоже большое преимущество и то, что вызывает его особенный интерес. А так как Жерар очень любит русский язык, он считает его языком души, то находиться здесь, в Сибири, в центре России, где он это особенно ощущает, большое удовольствие для него. Может, мы поможем тоже как-то Жерару? Женщины общаются, мужчина готовит. Новосибирск, ça veut dire en français, je crois, nouveau, ça veut dire nouveau, oui. Nouvelle Sibérie. Et on dit attends, c'est la Nouvelle Sibérie. Je pense que la Sibérie est une région très importante dans la culture de la Russie. Это важный регион, который дает культуру России. Et que, bien sûr, il fait froid. Конечно, холодно. Froid et ce froid ranime. L'intellect et le cœur. И, возможно, как раз этот холод дает развитие интеллекту и душевности. Я знаю, что у вас есть проекты, бизнес-проекты, которые вы планируете развивать на территории Новосибирской области. Жерар недавно презентовал проект, связанный с продуктами питания, которые производятся на территории России и Беларуси. Проект этот он представил лично в Москве с руководством сети торговой «Ашан», как партнера проекта. И есть перец. Так вот, Жерар представляет на сегодня огромную гамму продуктов, начиная от традиционных французских рецептов, как сегодня мы будем готовить конфи из утиных ножек. De l'ail, non? Des gousses d'ail. Donc ça fait ail, je vais prendre ça. C'est, Неважно. Doesn't matter. И также уже мы перешли к традиционным русским рецептам, которые он рекомендует своим французским вкусом. Мы делаем пельмени, вареники, даже кухню Закавказья. И в том числе напитки. Шата. Ата, спеть. Comment on dit attend? Подожди. Подожди. И вот сейчас Жерар добавляет как раз свой соус. Это чесночный соус.
который производится в России, который небольшого срока хранения, так как большая тенденция на здоровое питание. Я знаю, что в Сибири много натуральных продуктов, которые изготавливаются без добавления ГМО, но мировой тренд – это уйти от вредных продуктов, скажем, поэтому Жерар следует данным идеям. И соус не длительного срока хранения, натуральный соус. Вот мы его добавили. Так, наш картофельный гратен почти готов. Я так понимаю, что мы добавили еще сливки, мы добавили соус, мы добавляем сыр, и также мы добавили перец. Все верно. Очень хочется задать вопрос относительно культурных проектов. Какие культурные проекты вы планируете развивать в Сибири? Культурный, oui, j'ai vu le théâtre à Новосибирске, там très beau théâtre. Жерар уже видел оперный театр новосибирский, его это очень вдохновило. Aussi chanter avec des bandes. Также дает сейчас мировые турне концертные, связанные с песнями знаменитой французской певицы Барбара. И, возможно, мы организуем данный концерт в Новосибирске. Я знаю, что съемки планируются также проектов, связанных с кулинарией. Да, это проект связан с регионами России, в том числе затронет сибирский регион. Через кулинарию, через культурные особенности. Это будет серия документальных фильмов с Жераром Депардье. Le dernier beurre et on va pouvoir enfourner. Теперь мы добавляем мясо и все ставим в разогретую духовку. Мы прямо сюда будем сверху мясо класть? Пардон, масло добавляем. Масло. Ага. Успел ли Жерар попробовать русскую кухню? Я все уши с пельмени, которые сон экстраординар, я не борщ. Можно не переводить. Он очень любит рыбный суп русский. Уха. Уха. Да, уха. Юля, а как давно вы ведете бизнес совместно с Жераром? Проект начал готовиться достаточно давно. 3 года назад у нас появилась идея. Жерар захотел производить натуральные продукты в России. Это как раз... Скажем, старт этому задала экономическая ситуация, политическая в стране. И так как Жерар россиянин, он решил приобщиться к миру гастрономии, кухни в России. И он сказал, давайте найдем интересное производство, где мы могли бы делать продукты по французским рецептам, которые будут натуральные, полезные и будут продаваться в России. 3 года назад появилась идея, до ее реализации... В апреле мы уже презентовали проект, и год он уже существует. Les 200. Voilà. Hot. Да? Hot, oui, mais attends, il faut mettre un plat dessus. Нужно противень. Attends, mais ça. Attends. One second. Non, non, mieux. Лучше, если без него, просто он поставит вниз. Non, c'est bien, il faut qu'elle mette ça. Attends, donne-moi ça, je vais le faire. Сейчас он все сделает сам, потому что, видимо, женщинам не место на кухне. Voilà. Канар. Теперь будем делать утку. Что это за утка? Что она из себя представляет? Что это за продукт? Значит, этот продукт производится в Беларуси. Это настоящая французская утка, которую привозят из Франции в Беларусь. Там ее выращивают. И готовить по традиционным французским рецептам. Например, данный продукт не требует какого-то особого приготовления, потому что он уже готов, его достаточно разогреть. Конфи, если его готовить самостоятельно, достаточно долго готовится. Канар. Вот, утка, он говорит. Утка. Даже. Что я сделаю? Просто смотри, он говорит, я все сделаю. Поэтому, кстати, для женщин, наверное, очень удобно. Ее мужчина может смело приготовить данное блюдо, и не надо каких-то особых... Женщина может пока спокойно поговорить. Хорошо. Тоже не сожжешь на пыльцер. Немножко соли. Нужно вибрировать, когда ты что-то делаешь. Это вибрации, да? Да, это специальные вибрации, которые помогают процессу приготовления для удовольствия.
On peut mettre un peu de poivre. Немножко перца. Друзья, на дегустацию наших блюд присоединился продюсер Жерар Депардье Арно Фриле. Oui, il y a pas que les cuisses de canard, ça. Ça, c'est quand même le plus simple. C'est ce qu'on peut prendre en apéritif le matin. Это очень удобно и легко готовить, pardon, Жерар. Ты можешь использовать это как начало ужина. Во Франции много ферм утиных, но, к сожалению, в дальнейшем многие утки начинают болеть. И поэтому то, что французская утка уезжает в Беларусь для того, чтобы приготовиться, это безопаснее, и продукт действительно здоровый и полезный. Программа «Смысл есть» подошла к концу. Наши гости довольны. Я вижу, что наши блюда получились очень вкусными. Жерар говорит, что ему понравилось сниматься. Друзья, если вы думаете, что во всем этом нет смысла, то вы ошибаетесь. Смысл есть всегда. Смысл есть. Смысл есть. До встречи, друзья. Thank you, Жерар. Thank you, Юлия.